Эй, вот так, стой, все, блядь. Сейчас будет четко превью? Сейчас. Красиво превью будет? Нормально, будет превью. Не, ну вот смотри, давай так, давай сразу оговорим. Вот типа превью вот на 10. Ой, на сколько из 10? 9,5. То есть вот сейчас превьюха, которую пацаны видят, это 9,5 из 10. Да. То есть вот они сейчас да. включили видос, такие смотрят, и как бы нажали да, на да. видос, а там превьюха прям на 9,5 из 10. Да, да. А если они не согласны, они могут написать в комментариях, на сколько из 10, правильно? Ну, конечно. Ну, прям вот сейчас, вот как бы ты начала. Ты все правильно мыслишь. То есть вот, ну я думаю, смотри, я знаю твои превью, ну типа на 7,5. Извиняюсь. На 7,5. Ребят, ну оцените, вот реально, вот сейчас Ярик что-то тут набудрил, красиво. Сейчас такого сделай там и пойдем. А давай, вот давай, вот сделай самую красивую. Все, самую красивую превью, которую ты делал. Давай, все, договорились. А мы пока начинаем видосик. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на новую серию битвы кейсов в МТА. Нам всегда носить идти к панцеру. Все. Что это было в конце сейчас? Да я не, у меня дыхалка, блядь, слабая уже, ёбаный. Ты знаешь, сколько мне лет-то, блядь? Я уже, блядь, это самое, на последнем дыхать. На самом деле, ребят, вот шутки шутками, ну раз уж мы... Скоро реально на пенсию, да? Не-не, затронули тему, вот это здорово-здорово, когда я выдавливаю, говорю, ну не выдавливаю, выдавливаю. После всей жизни так же здорово, типа. Не, реально. Прикинь, реально пить. Только там, друзья, здорово-здорово, там, здорово-здорово, друг. Здорово-здорово, Юрий. Бля, это на самом деле реально на гормоны бьет, блядь, или на гормоны? Да. Пользователь JumpyStick 242 прочитает ваше обновление. У меня добавилось друзья. А, да? Тоже он? Да. F10. Ой, подожди, F10? А, да, F9, я уже забыл. Уже давно не было. Короче, я правильно понимаю, что предыдущая серия была с Олей, и она была не очень. Ну, в смысле, она Оля. Была ужасная. Кто? Ну, не Оля, даже. Блоканул. Я-то знаешь, я, блядь, сейчас наготовлю. Не, на самом деле, что-то как-то не везло. Поэтому сегодня мы вдвоем, мужская компания, сосисочную вечеринку. Ну, следующий раз. Я уже открываю гипер. Понятно, блядь. Ну, блядь, даже Горгорьки не дает вообще. Чего в следующий раз? Ты свою позовешь? Надо с... Наташку? Да, блядь, надо с Олей повторить будет. Слушай, начало неплохое. X5. Audi S8. Понял, ну нормально вырос вперед. Нет, смотри, если честно, знаешь, вот... Ну все, пиздец. Че? А, вот ну, пиздец. Этот, я чувствую сегодня. Вот сейчас, вот смотри, давай без шуток. Вот я почему-то чувствую, что, ну, ёбнет. Типа Porsche минимум 918. Да, это. Ну, Porsche тут не. Я открываю второй. Гипер. Давай. Нет, я думаю, я хочу Chiron. Не, ну я тоже хочу, но просто сегодня. О! Ух ты! Блять! Что, ну он был, да, Chiron, скажи. Ну, Chiron был, да? На одну паршивец, ёбаный, блядь. Я хочу паршивую серию, чтобы через О, через О. Может, бугатическую, ты не хочешь. Какую? Да? Бугатическую? Бугатическую. Вулканическую. Давай это, люкс. Считай сам. 3-2-1! Ну, какая-то, слушай, есть такая у тебя проблема, что хуйня под ногтями какая-то? Нет такой проблемы, я с ногти стригу регулярно. Регулярно. О, розовая четырка. Розовая Сильвия S15. Бизнес. Вот так вот нахуй. Вот так. Сказал, как отрезал. 5-4-3-2-1. Смотри, сейчас бизнес. Просто зеленый Rolls-Royce. Смотри. Сейчас бизнесмен выйдет и подарит нам машину. А тут бизнесмены тринашковые. Не упрё. Кстати, при всем при этом, ты вообще понял, что в предыдущей серии хоть и было плохо, но мы шли вровень, и там писали в комментариях, что типа такой ровной серии еще не было давно. Гипер! Ну вот ровные пацаны. Раз, два. Угу. Сейчас футболка, смотри, сейчас тебе футболка выпадет. А тебе пушка? Блять, хуйня какая-то, мне тоже. Я не вижу машину. Кабан. Ну, в принципе, Слушай, хорошая машина выполнена. Пушка в кабане. Я бы такую себе купил. Какую? 212-63 рез. Понял, люкс. 5-4-3-2-1. Ты заметил, я премиум просто игнорил? Понимаешь, что люкс, люкс, кейс хуйня. Здесь версия 4, блять, он стоит... Чуть-чуть дешевле, дороже. Чё нет, сказал? Дешевле. Четырки вертится, она мне упала. Сука. Civic Type R. Премиум. Потому что премиум я считаю самым лучшим. Ну, там считал еще есть гиперкейс. 3-2-1. Ты открыл? Да. Открыл. Подожди, Chiron мы вот... А, мы видели все. Подожди, мы что-то не видели? Мы все видели? Все видели в той жизни. Бля, восьмерка, ебать. Ну, только ничего не получили. Дорестовая четырка мне выпала, блядь, охуенно. А мне... Давай последний люкс, просто поставим точки над... Давай, ну не люкс, просто говно. 5-4-3. Но из него, из люкса, не выбил, что я выбил из люкса? А у меня, кстати, по-моему, из люкса даже ничего не падало. А, вот этот я выбил, блядь. Блядь! Приором. Не, у меня, типа, в люксе всегда хуйня крутится, ну, постоянно, я не знаю. Второй раз мне не долетает Porsche на единичку. Ну, не переживай. Чё, кого? Гипер. Гипер? Ну, чё, кого? Так, давай, считай. А я открываю. Не хочу считать. А, блядь, а я отвернусь.
Я не люблю смотреть проблемам в глаза. Что-то в последнее время, если честно, что-то даже, ну, как-то... Ну хуйня, да? Обычное, да? Ну, согласен, да. Удивиться нечем. Ну, я 92. То же самое, машина... ты что? Я только повернулся, так прокомментировал. Машина хорошая, понимаешь? Ну, не с гипера, не с гипера, да. Конечно. Давай базовый! А давай... Раз, два, три. Ну давай, 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 тихо. На спокойных движениях вытаскиваем отсюда самую люксовую, бля, приору, нахуй. А что тут самое? Самую люксовую Е39. Бизнес. Бизнес откроем? Давай. Откроем свой бизнес. Раз, два, три. Давай. Давай. Какой? Как будет называться? Закусочное? Я думаю, что... Может быть, Гуглкин? Магазин для... Для чего? Не придумал. Это неплохо. Воль седьмой. А как бы назывался? Гуглкин или Булкинот? Гуглкин? Так, люкс, люкс. Все, последний, точно люкс. Давай. Раз, два, три. Нет. Нет, последний люкс. Подожди, ну подожди. Надо... Понял. Ай. Что, тоже хуй-то? Да тут пиздец. Семерка. Ну хотя бы нам... Ну впереди, ты впереди. Три гипер подряд. Три гипер подряд. Подъехали. Раз, два, три. Все, давай. Смотри, если один раз... Шерон. Есть? Нету. Чего орешь? Просто. Блядь, сука, это... Они уменьшили шанс. Ой, мечта твоя выпала. Слышь, мечта твоя выпала. Так, это у нас, значит, получается... Это я правильно понимаю? Ты ищешь и найти не можешь. Это, получается, 222. М4 Грантир, бля. Ты по-русски учись читать. R32, Skyline, раз, два, три. Следующий гипер. Уменьшили шанс, мне кажется. Ну нет, на самом деле. Чтобы ты понимал, самое дорогое это Nissan GTR. М4 конвертибли. Выпадает БРЗ за 1 550 000 рублей. М4 конвертибли. Последний вот, гипер. Все. И на этом заканчиваю серию. 9-6. Угу. Все. Отвернись, пожалуйста. Я отворачивался, ты нет. Отвернулся. Давай. Точно? Да. Не пиздишь. Нет, ну мужика говорю. S5. А! E70. Блять, напугал. Просто повернулся. Ну что, давай, самая бесполезная трата денег, кейс новинок. Блять. А, друзья, а что там самое дорогое-то? Эмитор? Должен быть. 5-4-3-2-1, да? Ну, мне кажется, это как бы... Это он единственное, что в принципе... Он сейчас выпадет. У меня его даже нет, по-моему. Не, вот да, нет, тоже... М3. Нет, это вообще... Е60. Как, кейс а не что... новинок, кейс разводняк называется. 799 рублей, блядь, за то, что... Что ты орёшь? Кейс и новинок. Е60? Мерседес. Мерседес кейс. А. Считай. 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 8, 7. Может, закончим? Гелик есть. Может, обрежем? Да, может, не будем кладывать? Что-то как-то... О, ну, слушай, ну, хорошо, ну, гелик последний. Блин, ну, нормально. Я думаю, у тебя сейчас отрыв лямов 15, потому что мне подвоз совсем не. Ну, не, серьезно. У меня сейчас цешка упала, блядь. 8,350. Что? Отрыв. А. Я думал, это типа считалка, когда ты открыл кейс какой-то. Еще гипер последний. Какой? Гип последний вообще? Да. Открываю. Да. Не, ну у меня, понимаешь, сначала было неплохое, я уже рассчитывал, что реально пор. Понял, М4 конвертибль. Ой, Кулин, ну хотя бы хоть что-то было бы, но нет. М4 конвертибль. Давай гипера, короче, добивать, потому что остальное вообще что-то нихуя. Раз, два, три. Согласен. Ну типа вообще не смешно. Хочется новый кейс, на самом деле. Новый? Ага, новинок, который, блядь... Нет. Ой-ой-ой, тихо. Тишину словили, тишину, тихо. С третьего раза хотя бы, блядь. Спорж! Да, блядь. Ну, блядь, это классика, понимаешь? Это база. Это база. Бейс. Все, блядь. Это база. Я че, гипер еще? Я обиделся. Камбэкнул, пацанчик. 3-2-1. 3-2-1. Давай, давай, не ори ты, блядь. В свой микрофон. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, удиви. Нет. Блядь. Хуй мне калаш, у меня сколько пушек. Бля, два раза подряд еще никогда не было этой хуеты, блядь. Так, ладно, паршивая серия. Где гипер? Еще? Еще? Автомобиль класса Хупер. Еще? Тыкаю, Бугатти Широн, Кёнигсек Агера Р, Кёнигсек Джеска Абсолют, Пагани Зода Цинк, Порше 18. Открываю. Смотри, классика, паршивая серия, паршивая. Давай, только ты должен еще выловить в конце. Ой, какая... Почему? Хуета. Супра, бля. 140-го. Не, ну нормально камбэк, прям от души, блять, как надо. Так, ну чё, давай BMW 1, надо. Нет, гипер, сказал до конца гипер. А, ну ладно, ладно, все хорошо. Открываешь уже? Ну, мне кажется, сейчас тебе что-то, ты сейчас камбэкнешь, типа минимум тебе выпадет этот самый. О, нихера, Бентли, ебать Бентли, ну не видел. Тут Бентли. RX-7! У меня тоже RX. Ну, в смысле, ну ты понял. Порш? А? Давай, 5-4-3-2-1.
Нет, мне тоже RX-7. Нам с тобой ЕДОС-2 и RX-7 одновременно выпадают. Бля, ну это говно, ну вот это вообще можно даже не крутиться, блядь, должно. Не должно это все быть. Нет, это не должно такое быть. ГТР, блядь, хуета! 3-2-1, на. Все, подряд, подряд, слив, давай. Давай, сливаем. Давай, давай, гипер, гипер, розовенький, что-нибудь. Понял. Не, ну все, меня подразнил Porsche, он мне выпал. RX-6 снова, кстати. Ой. Ешка 212. Давай дальше, 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 не останавливайся. Все, открывай, открывай. Просто подряд, подряд, хуячим, хуячим. Баш, потому что тут баш, уже вариантов баш. Нет. Не, ну версия, блядь, откровенно говно. Футболка, Азьму, забрать деньги, дальше. Да, уже? А? Что? Денег нет, все? Все? Подожди, а сейчас я открываю, ты уже открыл или это не в счет? Денег нет, блядь. Люкс, хватает? Люкс открываем. Подожди, я открыл гипер, его не считай тогда. Даже люкс давай, раз, два, три. А ты так быстро въебал, блядь, то есть тебе ничего не выпало? Мне вообще ничего не грузится. Подожди, что? Люкс, что? 300, блядь, приоры, нахуй, кейс, отвечаю тебе. 350 за них. Ой, хуйня, блядь, номера, шо, ну. Еще что-нибудь хватает? Я всего, уже люкс отрыв, все отстанет мне. Нет? Больше нет, нет, что больше. Бля, ебать ты сливнул. Еще и номеров, блядь, нету. Подожди, я не в зачет по традиции, плюс 3 еще этих гипера, сейчас, подожди. О, тихо. Интересно, а что хуже было, предыдущее или это у меня? Блядство, а? Ну, блядь, ну надо красиво, ага. Подожди, сейчас, 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 не в зачет, не в зачет. Сейчас, 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 подожди, я раз. Я... Подожди. Ну давай, давай, родная. Ну блядство! Ну опять это ебаная Октавия, сука! Октавия? Так, сейчас, 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 третий, все, последний, последний, последний. Давай. Ну нету. Ну блядь, ну не, не читается, не читается. Это приснилось, приснилось. Подожди, не пизди меня, я кетчуп на экране. Подожди, М4. Ну, так, подожди, последний, последний. Не в зачет. Сейчас я просто покажу, что на самом деле это было реально, мне просто не хватило. Вот, ну если бы я. Форжити был, блядь. Так, последний, последний, последний. Сейчас, сейчас, сейчас. Бля, нахуй я сливаю деньги, блядь. Бля, ебать МС, я не знаю. Последний, последний, последний. Нервно... Сейчас я чувствую, блядь, ты просто чувствую, чувствую. Подожди, подожди. Равновешенный. Не, хуйня, хуйня, хуйня. Сейчас, подожди, подожди, последний, блядь. Дурак, 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 дурак. Зачем я это делал? Зачем, зачем, зачем? Нет, хуйня, хуйня, это не считается. Сейчас, 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 точно будет. Да я отвечаю, точно будет. Подожди, последний. Сейчас. Сейчас, сейчас, он, вот он сейчас будет. Бля, да, 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 вот он, вот он, давай, давай. Компьютер, ну, заберите, да, у него. Да! Я сказал, сука! Да, блядь, чувствую! Чувствую, блядь! Кого ты там чувствуешь? Да вот, блядь, держи! Держи арбуз! Смотри, раз, нахуй, НВТ, блядь, 188, нахуй. Это первая пошла, да? Ты слушаешь, смотришь? Смотри, сейчас еще одну покажу себе. Сейчас, подожди, блядь. Давай. О! Ох, блядь, 511. Вот так, да! Вот так, блядь, паршивая! Здрасте, здрасте, приветик, приветик. Ха, паршивая серия. Пацаны шарят, понимаешь? А номера? Хочешь покажу? Хочешь покажу? Сейчас, подожди, подожди. Ну, линка вообще. Сейчас, 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 что-то еще понял. Ай, блядь. Подожди. Рук 400. Хуйня? Как ты рук? Не, ладно, номеров нет, ладно. Блядь, подожди, вот дай еще возможность. Я сейчас отвечаю, блядь, ну... Сейчас. Смотри, три, три. Вот готов? Смотри, сейчас еще один. Блять, если это будет, я реально чувствую. Ну, реально чувствую, блядь. Бля, как я это чувствую, блядь? Алло, Оля. Октавия. Че, че? Да тихо, подожди. Забери, не, не надо, подожди, подожди. Ну не надо, тихо, молчи, молчи. Да, молчи. Да, прям. Он, не он, надо, он все, не тихо, остановить, тихо, тихо. Подожди, Оля, да, бля, я чувствую. Оля, беги. Подожди. Бежишь? Бля, я, хорошо, я дурак. Я дурак, реально. Я дурак, реально. Я почему-то чувствую, блядь. Я чувствую. Что, блядь? Не, вот там уже просто запустим. Тихо, 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 тихо. Давай, блядь, удиви. Давай. Ты издеваешься! Ебать! Ебать! На нахуй! На нахуй! На нахуй, блядь! На нахуй! Блядь. Понял, да, блядь? Подожди, я еще чувствую, блядь. Я еще чувствую, я тебе отвечаю, блядь. Я сейчас сделаю лучшую серию. Хоть и в одиночку, подожди. Подожди, какой перевод донат валюты? Подожди. Гипер. Сейчас, подожди, стоп, стоп. Ну ладно, это уже не чувствую, но похуй. Уже. Бля, пожалуйста. Подожди, нет, 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 нет. Это прости. Сейчас, сейчас, сейчас. Ярик, ты пока можешь там это самое. Ты пока там поизучай свой дроп. Сейчас, 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 сейчас. Три, блядь, ебаных Порше, ебаных. Три, блядь. Три ебаных Порше, блядь. Так, сейчас. Три не было, кстати, если что. Ну нормально, нормально, нормально. У меня было, все нормально. Так, подожди, подожди. Ну хуйня, хуйня, хуйня. А, три не было никогда, в смысле? Ну, у одного человека. А ты понимаешь, что у меня два, в принципе, почти подряд выпало? Тихо, тихо, подожди, подожди, блядь. Блять, сука, я подожди, может, стой, ну, Порш хотя бы, что-то другое. Подожди, блять, это хотя бы, да это пиздец, блять, если чит, так, Тайкан есть, но это хуета, конечно, нет, подожди, М4, сейчас, блядь, похуй, я солью все, блять, я психанул, блять, подожди, я чувствую, вот сейчас реально, я сегодня в начале чувствовал, вот сейчас,
Блять, нету. Блядь. Ну, Бентли хотя бы. Подожди. Как сейчас. Же он чувствует? Подожди. Блять, спринтер. Сейчас, блять, я псих, нахуй, блядь. Ебнулся, блядь. Подожди. Блять, нету. Сейчас. Ну, это, конечно, будет пизда уже, это просто уже, блядь. Сейчас. По-моему, у меня остается там на еще один-два, не знаю. Сейчас нету, блядь. Ну нету, сейчас, ну должен, блядь. Ну я на самом деле не чувствую, на самом деле. Я нахуй. Подожди, три, ты понимаешь? Три, блядь, ёбаных паршивца, блядь, подожди. Ну давай, ну четвертый, блядь, ну ебани, ну, блядь, ну подожди, сейчас, до последнего, нахуй, уже похуй, сейчас. Блядь, если это произойдет, я охуею, если... Нету, блядь, сука, ну давай, ну пожалуйста, ну должна, ну блядь, да какая спять, ну пиздец, нахуй, я... Ну я не чувствовал, я честно сказал, я не чувствовал уже, ну сейчас, подожди, до последнего, блядь, Широн какой-нибудь, блядь, нет, хуйня, сейчас, блядь, давай, нахуй. Остановите, подожди. Тихо. Все, пизда. Закончились. Я долбоеб. Я слил очень много. Ты, блядь, сейчас три парша, блядь, там. Стоп, подожди, сколько у тебя машин просто на секундочку в три у тебя, а? Сколько? Количество. А? 141. Ага, ну, блядь, нахуй. Блядь, блядь. Каждый человек на семье, блядь, 41 машина. Подожди. А номера есть? Бля, улёгся. Ну, бля, потому что редко бы в последнее время с тобой это. И тем более в последний раз была херня, я должен... О, ты Актаха! Галас, да? 111, блядь, на нахуй! Не, все, больше это... ничего нет. 111. А, как прикольно выглядит. Спасибо. Понимаешь, да? Вот так вот, блядь. Ну, потому что откомбэчил, блядь. Ну, реально почувствовал. Смог, да. Ладно. Ну, флешка, блядь, и чё? Флешка? Ну, говоришь, может быть, USB? Ты говоришь, ну, смог. Я говорю, ну флешка, что не смешно? Типа смог и смог. Сложно, да? Бля, ебать, три паршивца, и ты просто с писюном, блядь, непричесанным остался. Так не писюном непричесанным, блядь. Хорошо. Ладно, на самом деле... Только паршей выбивал, я выбивал, знаешь, что? Слушай, понимаешь? Что я выбивал? Феррари, блядь, ты выбирал. Ну вот именно, кто Феррари, блядь, выбивал? Ты понимаешь, что реально Порш уже, в принципе, стал этим? Ну, такой дешман. Ну, типа, уже. Да, уже как бы он такой, он просто уже должен. Вот, типа, это хорошо, если он падает. Ну, бля, не три раза, нахуй. Не три раза. Это пизда. Согласен, это прям. Это получается 3 ляма миллионов. Ой, это. Чего? Хотел сказать, 3 ляма евро. Это 3 ляма миллионов. Ну, в смысле, 3 ляма. Блядь. Да, ты. Ага, да. 3 ляма евро. Хорошо. Ладно, друзья. А на этом сегодняшняя серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оцените видосик. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока! Алло. Нет, ты ничего не сказал. В смысле, я ничего не сказал? Ты ничего, блядь, не сказал? Какой, блядь, этот пока. Самый? Пока. А? Я сказал пока. Опять пропал. Пока сказал. Ярик. Я сказал, блядь, пока. Ярик. Ой, иди-ка ты. Ты пропал опять. Иди-ка ты подмойся, блядь. Алло, блядь. Прикалываешься? Ярик.